С 1 августа пенсионеры, которые работали в 2019 году, начнут получать повышенную пенсию. Ежегодный перерасчет сделали 20 тысячам калымчан. Его сделали автоматически. Гражданам не нужно было обращаться в органы пенсионного фонда. Величина доплаты зависит от количества коэффициентов, заработанных за прошедший год. Независимо от размера заработной платы, которую получал наш пенсионер, сумма добавки составит не более чем 271 рубль. По законодательству работающим пенсионерам при перерасчете не может быть учтено более чем 3 пенсионных коэффициента. Напомню, что у нас сейчас все пенсионные права рассчитываются по коэффициенту, по объему участия в системе каждого человека. Так вот, для работающих пенсионеров ограничение составляет 3 коэффициента, не более. Стоимость одного коэффициента с 1 января этого года – 93 рубля. Средний размер выплат на Колыме – 251 рубль. Пока гражданин работает, пенсию и фиксированную выплату к ней выплачивают без учета проводимых индексаций. После увольнения он начнет получать все причитающиеся ему средства в полном размере. Также с 1 августа на 9,13% проиндексируют накопительную пенсию и на 7,99% срочную пенсионную выплату.